Здорово, чуваки, значит, продолжаем спасать Оракула. Кстати, сюжет на данный момент игры пройден уже на 20%. Еще 4 раза по столько же, и, собственно, и все. Я даже не знаю, я в погоне участвую или... Сейчас. Да, фараоны, копы решили прикрыть преступника от моей карающей пушки своим телом. Ну и пусть, собственно, гоняются за ним дальше тогда сами. Ослы. Так, мне куда надо-то? Сука, это не Бэтмен, это Тарзан какой-то. О, Найтвин. Я вот не понимаю, нахрен ему такая маска этого Найтвинда? Смотрите, она такое ощущение, как намордник, она как будто не дает ему нижнюю челюсть открыть. У Найтвинда пушка, фишка драться стальной трубой, насколько я помню, да? Послушай, Найтвинд, если мы уж разделились, ты не хотел бы съебаться в другой город? Не, Брюс, ты с ума сошел, знаешь, сколько там хаты стоят? Примерно об этом Брюс и говорит. Ты нужен не там, ты нужен... О боже, это капитан Рачило, посмотрите, это Рак-мобиль. Игроки World of Tanks подъехали. Говорит, Бэтмен, держи пистолет, убей хоть кого-нибудь, ты. Гомосечина. О, нифига какой. Деструктор, возможности саботажа оружия и оборудования, слежение за транспортом. Господи, дай мне лучший автомат. Дай мне. Как этот здоровый прибор компактно поместился в заднем кармане Бэтмена, блин. I've only got 3 shots. I should pick my targets wisely. The crate's electrified now. Anyone trying to resupply is in for a shock. Получит по рукам. Это снайперскими выстрелами, еще надо им пушки выключать. Какая интересная функция. Теперь пора в атаку, да? Ну эти с автоматами больше не опасны. О, это что за такой, смотри, амбал какой. Комбо! Им надо позволять хватать себя, тогда комбо проще набивать на них. Ёб твою мать. Ну, отнимишь ты палку-то. Не, Бэтмен слишком крутой, чтобы драться палкой. Даже Найтвин с дубиной ходит, а Бэтмен так, в рукопашечку. Ну я же, блядь, в воздухе был. Ну ты охерел, что ли? Я что-то так и не понял, что делать, когда на тебя красный бежит? Да вы задолбали мешать мне, блядь. Окучивать амбала. Вот так надо с Кличко боксировать. Чисто ему всю печень отколоть там. О, ну и с локтя в противогаз. Полный грузовик, взрывчатки и 2 каких-то обморока там обширявшихся внутри. Слушай, а кто на ней поедет, мне интересно, если ты всех только что отмудохал здесь? Нахрен твой деструктор побосрался? Пиздец какой-то. Нахрен тогда ты их избивал? Повесил бы свой маячок на нее и сидел бы там на крыше. Я что-то логики вообще не улавливаю. Постучать в дверь? А так бы они, конечно, отсюда не уехали, да? Детонатор у вас? А, мне еще и на машине нельзя, да? Отлично вообще.
Ну это уже какой-то Спайдермен, по-моему, а не Бэтмен. Говорит, пингвин убьет нас. Не, это Бэтмен. Но Бэтмен-то вас не убьет, ёб твою мать, нас же. Сука, они едут, конечно, со скоростью инвалидов. Такое ощущение, что им не очень страшно. Я его не вижу, но ты в заднее зеркало-то посматривай хоть иногда, ёб твою мать. Там вон этот человек-зонтик уже летит, ёптать. Да заебало, блядь, эти полеты, какие они, сука, нудные. Вот это место в Готэме похоже на Лас-Вегас, по-моему, больше, чем на Готэм. Чё он сказал, давай вернёмся? Настроил игру в игре автонастройку через Nvidia Experience, она начала лагать. Какая полезная программа, я поражаюсь просто. Серьезно, что за проседание до 26 FPS Experience? Ты охренел? У меня все нормально было, пока ты, блядь, не влез сюда, сука, свои. А, ну это, по-моему, место из фильма вообще. Это арсенал пингвина? А он-то при чем? Я же Оракула спасал. А, я понял. Я понял, почему лаги начались. Потому что Nvidia Experience любезно включил мне синхронизацию кадров. Самое, по-моему, блядь, бесполезное говно, какое просто можно было включить из всего. Не, если вы не записываете, то вертикальная синхронизация и прочая синхронизация кадров, возможно, не будут лагать. Но если вы записываете, блядь, вы сильно пожалеете, что эта хрень у вас включена. Бэтмен, ты тупой? Тебя спалили уже, бей. Тревогу не подняли, что ли? Так, где там мой деструктор? А, у меня один патрон для деструктора остался. И чё мне с ним делать? Пиздец, чё ты сделал-то? Ебанат, блядь. Натрия. Деструктор же в руках был. Хуяк гранату бросил. Ты ему массаж делаешь или атакуешь, ёб твою мать? На, сука, по горбуте по-твоему, блядь, бестолковый. Всё, отбуцкал. Вон еще 50 человек бегут, блядь. Смотрю, что ты с ними сделаешь. А не проще батарангом у них просто оружие из рук убивать? Проще, когда, блядь, руки не из жопы. Он, это я про Бэтмена. С третьего раза он батаранг туда кинуть догадался. Не знаю, нахрен нужен этот деструктор, по-моему, бестолковая вещь какая-то. А у них и турель была офигенно. Хорошо устроились, ублюдки. Где, собственно, вход-то? С фасада, со двора? А сучья дочь. Отлично, Бэтмен, блядь, отлично. Пиздец, она не дает отойти даже. Вещь. Может, деструктор ее выключит, нахуй? Не, это что, он не для этого нужен, блядь. Дерьма кусок. А, ну теперь-то... Как залезть вот это? А. Бля, я не понимаю. Вход, сука, наверное, та дверь, наверное, с улицы все-таки она есть. Ой, я отъебись, Христом Богом прошу.
Да, она и есть. О, Джокер помогает. Как это мило. Раз, два, три, четыре. Ёб твою мать. Я до стальки считать не умею, сколько их там. ага, вот. Нашел. Ловко. А, вот он, смотрите. Пингвин. Да нахрен его член. Посмотрите, у него есть пальцы. Какой же это пингвин? Все мы помним, что когда Дэнни Девито играл пингвина, у него были такие ласты на руках. Чушь какая-то, не пингвин. Допросить. А чувачки что, смотреть будут? Ой, кокушки в ботинке стекли. Какого-то хмыря. Они уже вооружаются, Бетс. Ловите своего жирного босса. А чё это вот это вот наверху по центру появилось? Найтвинд. Найтвинд и его... его батоны пипца. Парный удар. И теперь мы играем за пацаненка с табуреткой. Блять. Пацан-то ни о чем, пошел он нахуй, блядь. Вообще убогий, слушайте, у него даже этого нету, на колесо мыши оглушение, как я понял. Он, наверное, не такого высокого левела просто, как Бэтмен сейчас. На нахер, я вазы какой-то по башке кого-то огрел. А, у него есть электрошок, вот он. Что-то может все-таки. С этими гейскими ударчиками. По-моему, кошка намного круче в рукопашную дралась. Вам бы в рестлинге выступать, чуваки. Нет? Брюс, ты должен мне помочь. Я имел это под контролем. Я сказал тебе, я нужен тебе в Бладхейвен. Скеркроу, эти оружия, это все влияет на Бладхейвен тоже. Лучшее место для меня... По-моему, у него раковина какая-то слишком нескромная, там надета на елдаке. Это не может быть все. Он должен иметь другие кэши в городе. Search this place for evidence. It should help us locate more of Penguin's refrigeration trucks. Бэтмен такой гордый, гордый рыцарь-одиночка. Ему помощники никогда не нужны. Seriously? Do you believe that accent? That he only puts it on to sound scary. I need to close the vault door and contain the blast. Дверь в хранилище. Вот это что ли? Да она весит, наверное, тонны три, как он ее двигает. Хочешь, бери, я тебе постираю. Альфреду помочь. Да чё дальше-то, такая дверь, она ядерную бомбу, наверное, выдерживает. С
I'm going after Barbara. I'll contact you as soon as I track down any of Penguin's trucks. Thanks, Dick. I appreciate it. Дик. Дик по-английски член. Совпадение? Не думаю. А это что такое? Тоже, наверное, взрывчатым гелем надо измазать. Нет? Жаль. Где выход-то отсюда? А, во. Alfred, find out everything you can about Simon Stagg. The pharmaceutical magnate? Of course, sir. Now, what have we got here? Oh. A good old-fashioned ambush. Oh, you wait there, Mats. Let your dear old Uncle Jay sort out these chumps. И что он сделает? I can handle it. Though it has been a while. Maybe a little rusty. You're ready to see some Joker moves? This is going to be great. Ну давай, давай, посмотрим сейчас, что ты. Soldiers have got the door covered. They'll see any gadget coming from inside this room. I need to. Да, Джокер им показал. И что делать-то надо? Дымовую бомбу какую-нибудь выбрать. That won't work. The sentry guns will detect me through the smoke. А, блокирующий дом может быть отключено с близкого расстояния. Это исключающий. А! Ёптю мать. У меня же есть где-то тут Бэтмобиль мой. Точно. Все время забываю, что у меня есть этот крутейший девайс. Ой, а мне как раз штраф он офицер выписывает, наверное, за парковку. Да, где-то тут паркинг, да? Вот он. Сейчас эти суки заплатят мне за свою засаду. Гивийскую. Охуеть можно. Блять, ну почему? Блять, как это вообще возможно? Нахрена так делать? Везде же стена мне рушится. Блять. Все понятно, включаем аккуратность. Ой, да в пизду, так может 2 года сюда ехать. Пипец, бля. Где я вылетел-то? Здесь, что ли? Ура, мы доехали. А отсюда пушки-то не видно, наверное, надо с той крыши обстреливать, да? А, и так пойдет. Ну чё, видал, какая у меня тачка? Не то, что ты обсосня. Ну, конечно, надо позвонить сейчас. Альфред, ты видал, как я их нагнул? Да, сэр, великолепно. Альфред, а чё у тебя за лысина такая, ебать? Тебя топором, что ли, стригли, ё-моё. Эй, Альфред, а ты не думал подбрить усики, как у Гитлера? Так, там какие-то эти беспилотники, что ли, летают? Sir, Stag's airship's been hooked and tethered. We're reeling them in. Good. Get in there, find Stag. Да, причем до хрена их там летают. Who are we guarding? Scarecrow. Boss,
Ну, мост там в любом случае поднят, мне туда так не дойти. Ох, не долечу, я чувствую. Редкая птица долетит до середины Днепра. Или как там? А, смотрите-ка, он перелетел на другой остров. А эти что тут делают? Еле догреб в натуре. А вот и быстрый бэткоготь. Лучше бы ты у них щиты отнимал. Кого он там быстрым своим бэткогтем притащил? Блять, отморозок, ёб твою мать. Один единственный чувак со щитом и столько от него проблем, бля. В прошлой части через него перепрыгивал и атаковал, и это срабатывало. Что здесь делать, я вообще не представляю. Надо было ему, наверное, деструктором, блядь, щит выключить. Я так понимаю, что надо отступать. Но Бэтмен нихуя не хочет отсюда выпрыгнуть. Все, в пизду. Ничего не работает. Отличный батаранг, блять, в хуй знает куда. А, вот он еще. Наконец-то получилось. Да, бля, вот это побоище, что это такое? А что это за антенка-то? Урод Найтвинд в городе. Ёб твою мать. А! Да пушки отключились, нифига. А, еще полезное дело делал. Я так не врубаюсь, идти-то далеко еще. Опять какой-то крестик куда-то показывает. Так, что у нас там? Левел-то дали, новый нет? Интересно, сколько Готэм платит за электричество? Это же просто жопа. Это вечный карнавал. Новый костюм, новая машина. Во живет, да, еврей? Блять, ты охуел, что ли? Это чё нахуй сейчас было, блять, вообще? Сука, они чё, ёбнулись нахуй? Они чё хотят, чтобы, блять, у нас седые дети были? Это пиздец какой-то. Ебать. Сука, ни хрена я навалил, блядь. Слоны столько не гадят. Пиздец. Ёб твою мать. Ну нахуй, мне что-то больше не хочется летать, бля. Можно я на машине буду ездить? А это что за дирижабль фюрера, блядь? Дирижабль Стега.
Ой, блядь, началось. Нихера не понял, что у тебя там за проблема. Я считаю, надо атаковать. Обнимашки! Медвежьи. Медвежьи обнимашки! Ой. Это бросок через бедро. Это обнимашки Путина. Ласка Путина, бля. Прыгай. А чё он не падает с высоты? Я чё-то ни хрена не понимаю. Чтоб не помер, не дай бог, наверное. Давай, надавливай. Зачисти район. От кого? Блять. Да ты охуел, что ли? Сука, получи. Еще один придурок. Да что ты делаешь, блять, Бэтмен, чурбан, сука, тупорылый. Я выбрал батаранг, он все равно берет нахуй свою гранату газовую кидает. Ушлепок, блядь. Выключи свое говно это нахуй. Главное, я не знаю, эти гранаты через какое-то время восстанавливаются или что? Где он их берет постоянно? Сука, он так взрывает, блядь, стоя в упор, что когда-нибудь без глаз останется. Будет Бэтмен. Гомер, Мильтон, Паниковский и Бэтмен, блядь. Слепые, великие слепые. Ай, блядь. Альфред, походу, местный агент 007. Бэтмен, когда что-то не понимает, начинает ему названивать. Все, наконец. Перетер, что хотел. Куда мне надо-то, я не понимаю. Выше. Как не туда попасть? А. С башни с этой. На дирижабль, видимо, спикировать, да? Это опять Вейнтек? А, International Plaza. Иванушки International свой отель в Готэме бахнули. Ты смотри, о, пацаны налупили в 90-е, да? Ой, новый костюм, что ли? Смотрите. А, нет. Новый пульт от телека. От машины, наверное. Он на него так смотрит, как будто ненавидит это устройство удаленного взлома. Блять, оно было уже в двух частях, ты его как будто в первый раз в жизни увидел. Кому вообще нужны дирижабли в мире будущего? В альтернативном мире, вернее. Есть самолеты, есть вертолеты. Это, наверное, рекламный дирижабль. Сейчас найдем устройство удаленного доступа. Где у меня этот брелок? Инструктор, батаранг, тросомет, устройство удаленного взлома. Наконец-то. И чё? А. Ой, классная штука вообще. Теперь надо слово собрать, да? Биохлам. А как вторую-то покрутить? А. Биохимия. Мое слово было лучше, по-моему. Ну тут все спят уже.
Не знаю, с кем-то воевать, если всех уже мочканули. Интересно, а в этой части будет костюм Бэтмена-робота, с которым он, в котором он с Суперменом дрался? Хотелось бы заценить девайсик. Бэткостюм от Армани. Soldiers are using an unmanned drone. If I can download the security code from the soldier controlling the drone. Блять, опять взломы. Как интересно, охуеть можно. I need to neutralize the soldiers first before I try and open the door. I should target the soldier controlling the drone. I've got the codes. Now I can turn that drone against them. You said something about hostiles? It's nuts. Просто охренеть можно. Он умеет все. Беляш. А, белки. Почему мои коды всегда лучше? Я не... Пароль такой, беляш, блядь. Белки, это ели бы еще написали тоже. А, или белки, наверное. Лафья. Блядь, да пошла в жопу эта Барбара. Давай, блядь, давай, прохождение, вперед. Ёб твою мать. Он ему звонит. Звонит то, блядь, сквозь предплечье, то по видео скайпу, то просто через гарнитуру. Задолбал, блядь, уже с ним. Распиздохивать. Не помню я в фильме, чтобы Бэтмен каждые 5 минут звонил Альфреду, ёб твою мать. Нифига себе. Это они круто придумали. Чё надо-то, чтобы он разбил это говно или что? Сейчас я приземлю эту малышку. Да нет, он все, он больше ничего не разбивает. И чё? Типа, чё надо-то? Нихуя не понимаю, что от меня, блять, они хотят нахуй сейчас. Суки, что же вам надо-то, блять? Я бы понял, что если бы этот... А может теперь надо, чтобы люк обратно этот задвинуть? Пройти. Наконец-то доперло, блять. Что они хотят, чтобы я сделал с помощью этого говёного пульта? А это что такое? Не-не-не, ты подожди, здесь что-то нажать, наверное, надо. И чё теперь? Снова нагибаем его. О, подожди-ка. Что я вижу? Опять этот... Загадочник везде побывал, везде своего говна напрятал. А, подожди, а вот теперь надо... Блять.
Это ящик с магнитом, единственный, который можно примагнитить к полу. Блистательно. Emergency. Аварийный выход. А это что такое? Ой, опять с этого дегрода загадка. Что она делает? А, трофей загадочника. А, кажется, понял. Мне нужен управляемый батаранг, видимо, метнуть. Всего здесь вообще можно найти, блядь. В этом списке нахрен этих бесконечных дерьмовых девайсов, где управляемый. Вот, наконец-то. Еще и с инверсией. Батюшки обосратюшки, это было невероятно сложно. Опачки, это что за хрен? Джедай. Это босс какой-то или обычный бичара? Нахрен мне уклонение от клинка, я он ему отбуцкал просто залпом. Уклонение от клинка какое-то, ёпта. Где выход-то? Чё, куда идти? Телефон какой-то. Где тут мой этот? Устройство дистанционного доступа, хотя я рядом стою. Менты. Или кенты. Элементы. Ты, блядь. Охереть, сколько их тут. А они не удивлялись, что только что дирижабль наклонял лево, право? Так. Кого из них деструктировать-то деструктором? А хер его знает, зачем это вообще делать. Они все рукопашные, а это значит, что их подходи и бей просто. Ни хрена их толпень. Я уж думал, ну вдуть собирается, так это... Ноги ему задрал. И этот здоровый все тут бегает, успокоиться не может. О, Бэтмена завладел палкой, охренеть. О, здоровый под раздачу попал. Да, ну с дубиной Бэтмен просто непобедим. Они, по-моему, даже меня ни разу не ударили. А, это ж мирный чувак какой-то. Похож на главного злодея из первой мафии. А, нет, на друга этого. На друга Тома Анджела из первой мафии, которого убили. Сэм, которого предал, как его звали? А, с Стэгом поговорить? Ну да, в этой игре очень мало разговоров, надо пользоваться моментом. Как дела, Тони? Хотя какой в жопу Тони? Это же вылитый Жириновский. Смотрите, он даже жестикулирует так же. I think we both know she's probably dead, don't we, Bats? Сука, когда уже у Бэтмена этого Джокера за траву арестуют? О, а чё они встают-то, я не понял. Вам чё, ещё раз надо всем раздать, что ли? Или они зомби, что ли, стали? О, блядь. Встаньте, дети, встаньте в круг. Смотри, в натуре встают, чё за херня?
Я вас сейчас второй раз отхерачу, мне не сложно. Мне кажется, это у Бэтмена крышак поехал просто. Но эта комбо мне нравится. Бороться, сука, бороться. О, нет, они его арестовали. Помаши ручкой, ты его больше никогда не увидишь. Че это было-то, Бэтмен? Тебя что, плющит, что ли? А где мой опыт за набитие 35-ступенчатого комбо? Ай, блядь. Как она надоедает, эта игра. Со временем, своими вот этими псевдоинтересными поворотами. Нуклео... Нуклеок? Ну тут пиздец, у меня нет вариантов. Нуклеокислоты. Кажется, я знаю, какой надо пароль установить на Яндекс.Деньги. Это что такое еще было? О боже, опять. Я чувствую, к концу этой игры я превращусь в Епифанцева из зеленого слоника, я буду очень нервный. Буду орать, что все поехавшие. А, я понял, надо наклонить это говно и юзнуть тросомет, наверное. Или нахрена я это наклоняю, то сейчас... А, я понял. Нет, я не понял. Туда что, спуститься можно как-то или что? Можно. Так, я вот сюда пойду. Здесь херак тупик. Так, значит, вот это говно мы фиксируем. Это что, красный? Это мы. Убираем. Это мы. Убираем. Теперь сюда двигаем. Это мы тоже убираем. Я что-то не врываюсь, куда мне надо пройти-то? Да, блядь, что-то там отморозок, а? Это мы тоже убираем. И фиксируем. А, вот туда надо пройти, да, видать? Или что? Только голос Стега. А чё ж ты не записал его, когда он говорил «Бэтмен, слава богу, это ты!» Я что-то не понял, а это говно чё мне тут? Оно же тоже помешает. И это тоже мешается. Всё. Теперь... Мы проваливаемся сюда, значит, и... Тут был еще какой-то люк за ящиками, но... О, а здесь что? Отлично, блядь. А, я понял. Это чтобы...
что вот эту хрень туда отправить. Ну чё, он не работает-то? Теперь у меня открылся вот этот люк. А чё за ним? Офигенно! Здесь же здесь знак вопроса. Круто, тень какая. Тут-то я всё чётко расчистил, надеюсь. Да, выбраться наружу. Значит, тоже с пивом пойдёт. Чё ещё? Опять кто-то загнулся. Сколько крови, сколько трупов. Блять, это у меня уже... Сука. На каждом шагу теперь надо будет это говно взломать, что ли? Углеводы? Воды, ну, хоть что-то я угадал, блять. Может, углероды? Воды. Интересно, почему вот эту дверь он на свой сраный голос не закрыл, если ему так это нравится? Это не стак, это Басков, наверное, какой-то, блядь. Подходит к этим, к этому датчику голоса. О, золотая чаша, золотая! О, проходите, Николай. Хуй там плавал. Попробую это. Натуральный блондин. Да пни ты ее, блядь, заебал, что ты возишься с ней. Блядь, опять их 800 человек здесь, ёб твою мать, как это заебывает. Дай-ка я с беспилотником поиграюсь. У него вот эта двоечка вообще хорошо зашла. Ну чё, ещё кто-нибудь? Конечно, как всегда. Трое. Это был просто великий удар. Ну, сволочь, успел, смотри. В подмышку. Нокаутировал. Блять, ты только сейчас это понял. Нам на 50 дверях до этого написало, что надо его ладонь, бля, приложить. Ой, блять. Так, с ними здоровался, нет? Тут, наверное, проще, блядь, на геймпаде, чем мышкой теребонькать. Так, надо сначала его найти. Где он, стак этот? О, вон он. Вон его. Мудошат. Во! Смотри, вон он, трогал. He touched the floor after he was thrown down the stairs. I should check for other places he touched. There's more chance of getting a full set of prints. Так, вот он спустился.
I need an image of Stag touching parts of the room. No. He touched that railing when he steadied himself. I should search for more prints. Новые, а эти уже у этих срок годности вышел, да? О, смотри, двумя руками опять. Не, ну прикольно, конечно. Stag left a handprint near the exit to the room. I should find more prints to reconstruct a full set. Во всяком случае, это лучше, чем с этой с машиной, где надо было ванговать. Куда водитель улетел? Что еще случилось? На верхней слева камере тоже должны отпечатки быть. Я так понимаю, на каждой камере он по разу дотронулся до чего-то. Ага. Stag will have left a handprint on the floor there. I know where Stag left his prints. Now I just have to scan those locations. Ой, бля, боже ты мой. I've got an index fingerprint here. Three locations left to scan. Oh, what's the deal here? Reconstructing a match using all these itty-bitty pieces? Oh, and speaking of itty-bitty pieces, what do you think they're going to do? Почему субтитры в режиме детектива не видно? Хули нет-то, ты заебал, блядь, меня. I've completed reconstruction of Stag's thumbprint. Two spots left to scan. Где еще ползала эта сучка? He left prints from his ring finger and little finger here. One side left. Little finger. Мизинец это little finger по-английски. Так, куда его дальше-то мудохли, я что-то не понял. Где еще его фантом? Тут, я тут уже был? Нет, не был. I've got the full set. I should be able to access Stag's computer system now. Ай, бля, крутость Бэтмена зашкалила, а сейчас он отпечатки подделает. Оставит его. Оставят их на оружие, на оружие, из которого убили Кеннеди, и дело будет раскрыто. Ёб твою медь. Как удобно, что у Стега на компьютере было устройство по нанесению ложных отпечатков пальцев, не правда ли? Продуманный чувак. Все, в задницу. Продолжение будет в другой серии. Меня этот дирижабль утомил, а там еще, походу, второй такой же. Тут, блядь, повеситься можно от запредельного веселья. Пишите, жмите что-нибудь.